На, Енея, мои дочери, чтобы спасти наш мир дождя и тумана, вы отправляетесь в царство металла, чтобы стать женами принца. Мама, но ведь у меня замаскированная метка звезды. Если они узнают, они меня прикончат. Нея, сестренка, не волнуйся, я не позволю, чтобы нас забрали в царство металла. Ты идиотка, у него самая сильная армия в мире. Если мы сегодня же не приедем, он захватит наш мир. Мамочка, нам нужно что-то сделать. Я хочу, чтобы принц забрал Наю, а не меня. Я понимаю это, Нея. Ты единственная дочка с меткой дождя. Твое место здесь. А вот Ная... Най, слушай, у меня идея, мне нужна твоя помощь. Какая, сестренка? Давай скажем, что у меня метка звезды, и просто ее нарисуем. Может быть, тогда меня не возьмут. Ты реально нарисовала метку звезды своей сестре? Да, Кэти, царство небес запрещено. Может быть, поэтому это отпугнет его от Неи. А как же ты, Ная? Почему ты всегда жертвуешь собой ради других? Эй, Ная, ты что, нарисовала себе новую метку? Ну да, просто решила приколоться. Смотри, это учителя увидят и не поймут. Итак, дети, сегодня мы бы хотели поднять тему запрещенных миров. И одно из них – царство небес. Что? Царство небес? Что? Да, каждого его жителя истребили не просто так. Самой главной способностью было влюблять в себя совершенно любого человека. Слушай, я до сих пор не понимаю, что плохого в том, чтобы влюблять в себя кого-то. Почему это запрещено? Ная, ты что, не понимаешь? А если в тебя влюбятся все короли всех миров? Все равно не понимаю. Они ведь тогда просто сойдут с ума, и может начаться кровопролитная война. Слушай, Ная, я тут подумала, мне кажется, что тебе стоит стереть метку звезды. Ничего я не буду стирать. Я переживаю, вдруг принц наоборот что-то тебе сделает. Ничего он мне не сделает, царство небес запрещено, поэтому он меня не тронет, еще и оставит дома. Итак, принц металла приехал за своими невестами. Ная, Ная, дочки, удачи. Что, я не понял, почему у одной из них метка звезды? Простите, принц, у моей сестры оказалась метка звезды. Это метка запрещенного царства небес, она не может поехать с вами. Да-да, поэтому, принц, вы можете забрать Наю. Это даже не обсуждается. Именно с меткой звезды и нужна мне девчонка. А вторая пусть тогда остается дома.